Ну, смотрите, сначала мы хотели назвать наше тревел-шоу «Ухо радуется». Потом подумали, может быть, что-нибудь типа «С миру по нотке» или «Музыкальная шкатулка». Ну, решили назвать «Звуки всюду». Решили и приехали в страну огня и черного золота, в республику Азербайджан, дамы и господа. Меня зовут Руслан Фаршатов. Я начинаю свое акустическое приключение здесь, в Баку. Этот город встречает безмятежными кошками, которые иногда соизволят мяукнуть в такт общей гармонии. Здесь мне предстоит услышать и попробовать настоящий гранатовый фреш со всеми вытекающими звуками. Обойти средневековые дворцы, в которых что ни деталь, то мелодия. Разлить сладкий нотный сироп на почти экзотическую шакинскую халву. Увидеть, как ломают стекло, будто шоколад. Услышать инструмент, который высекают из цельного бревна. Огни Азербайджана — это не свет мегаполисов и фар. Это горящие горы, история огней поклонников и, понятное дело, нефть. Все это пламя греет и освещает самую большую страну в Закавказье со столицей в городе Ветров. По одной версии, это перевод названия Баку, хотя и не точно. Здесь можно увидеть почти все виды климата, которые встречаются на Земле. Так что, если хотите узнать планету поближе, вам в Азербайджан. Впрочем, чтобы влюбиться в него, достаточно испытать на себе беспрецедентное гостеприимство, которое установлено в прошивке здешней культуры. Ну что, пора послушать, как все это отзовется в звуках, как оно осело в песне. Поехали! Агдегуль, Гугуш, Айдабала, Сабухи, Мисмар, Стакан, Лимон. Это все имена, которые живут здесь, в Азербайджане. А это песня, которую учу в Азербайджане. Дагларда-де дам демарла термекейна. Привыкаете к звучанию языка? Привыкайте. Дагларда-де дам демарла термекейна. Айсары-чепке. Атермекейна. Айсары-чепке. Харам-арал-сан. Сагын-ягын-дазын-эскере. Yağın bağın nəskir Sağ ol gəl, var ol gəl Bir bizə mehman ol gəl